Это не значит, что нельзя ходить в сауну или в бане. То есть после этого нужно как бы То есть он хотел сказать, что можно, но после этого нужно делать там некоторые простые упражнения, да, по набору энергии, вот, пополнению энергии. 对于新学员啊，在座的有一些没学过三步功的。Вот у нас есть ученики, которые не проходили третью ступень. 那么今天呢，我这个讲腹肌辟谷的时候，没有介绍，只介绍了辟谷，没有介绍大家如何腹气。И когда я объяснял про бегу, то есть я не объяснил, каким же образом мы питаемся энергией. 我再简单的交代两句。 Вот я сейчас еще раз тогда расскажу об этом. 在辟谷中，辟谷实践中，那么你每天呢，饥饿的时候，都可以采取两种方法进行腹气。 То есть, например, когда вы на бегу, но вы чувствуете, но у вас есть чувство голода, можно применить два способа для сбора энергии. 第一种，用你的口。 张开嘴，往里面喝。 То есть первый способ, когда вы раскрываете широко рот, и энергия поступает, словно вода, к вам в тело. 喝的时候要加意念，把宇宙中的真气、能量、人体所需要的一切营养成分全部吸过来，喝进去，咽下去，咽到胃和下丹田，经过胃和下丹田。 используйте силу своего сознания и представляете, как жизненная энергия, да, энергия из космоса, вы ее поглощаете через рот, она проходит по пищеводу. Все нужные питательные вещества, все, что вам нужно для нормальной жизни, вы получаете из космоса. То есть и представляете, как энергия опускается в ваш желудок. Второй пункт. 这是采用我们刚才介绍的无形采气法。 Второй способ, он отчасти состоит из упражнения бесформенное собирание энергии. 用身体任何一个部位，你自己想用的部位，把它的闸门打开，让宇宙中的真气、能量、人体需要的一切营养成分全部进来，或者用劳工、百会、命门都可以，直接进来。 进入到体内，进入到下丹田，进入到胃，把它小腹喝满，可以了。Или вы представляете и чувствуете любую из ваших активных точек, там Минмен, Лаогун, Байхуэй, Юньчунчуэн, вот, и как будто энергия из космоса, все питательные вещества, сила входит в вас и поднимается, да, или опускается в нижний дантянь и ваш желудок. 好，大致如此。我们下面进行大周天训练。Давайте попрактикуем большой небесный круг. 好，请大家调整姿势。 Отрегулируйте ваше положение. 你可以选择盘坐，也可以选择坐在凳子上。 Можете какой угодно сесть. 两脚略宽于肩。 Ноги должны быть на ширине плеч. Расслабьте ваше тело. Выпрямите спину. То есть ваше тело не нужно выпячивать грудь вперед или поясницу. То есть ваша и грудь, и спина должны быть прямыми. И не нужно облокачиваться на спинку стула. Если вы облокачиваетесь на спинку стула, то очень легко заработать болезни с позвоночником. 下颌微收。 Расслабьте, пожалуйста, ваш подбородок. 头颈端直。 Голова, получается, вместе со спиной составляет одну линию.
Расслабьтесь, не думайте ни о чем. Слегка улыбнитесь. Расслабьте ваше лицо. Все звуки как бы входят вам в уши. Можете полностью закрыть глаза, можете приоткрыть их слегка. А сейчас расслабьте все ваше тело. Расслабьте вашу голову и шею. Расслабьте вашу голову и шею. Расслабьте. Расслабьте ваши плечи. Расслабьте. Расслабьте вашу спину, вашу грудь. Расслабьтесь. Расслабьте вашу поясницу, ваш живот. Расслабьте ваши руки, все пальцы на ладонях. Расслабьте бедра. Расслабьте ваши икры, стопы. Сейчас внимание, расслабьте ваше сердце. Расслабьтесь. Расслабьте ваши легкие. Расслабьтесь. Расслабьте вашу печень, желчный пузырь. Расслабьте. Расслабьте вашу селезенку, желудок. Расслабьте. Расслабьте ваши почки. Расслабьте. Расслабьте все ваше тело изнутри, снаружи. Расслабьте все ваше тело. Расслабьтесь.
请大家观想，从远处天边飘过了一朵五色的云彩。А сейчас представьте, пожалуйста, как с неба к вам опускается облако, разноцветное облако. Вот облако летит и опускается, вы находитесь в нем, и оно вас окружает с ног до головы. Представьте, как ваше тело, ваши внутренние органы, все находится в свете этого облака, в облаке. И вот ваше облако поднимает вас, вы взлетаете. Чувствуете ваше тело, как оно поднимается, взлетает. Все выше и выше поднимается. Проходит сквозь потолок. Проходит выше. Чувствуете ваше тело. Чувствуете энергию в вашем теле. 五色的云朵拖着我们继续向上升去. Облако продолжает подниматься, взлетать. 穿过云层. Поднимается к другим облакам. 再穿过云层. Летит по небу, все выше. Внезапно перед вашими глазами появляется яркий свет. Вы нашли очень яркое место, место, в котором много света. Вот перед вашими глазами сверкает свет, то есть он проникает в вас. Останьтесь в этом состоянии, когда свет наполняет вас.
想想，从宇宙的尽头射过来一股强烈的光芒。Представьте, как будто свет усиливается. 它携带着宇宙的能量，穿过人体，穿过九星。Это облако проходит сквозь вас, сверху вниз. Вы наполняетесь светом, дает вам силы и энергию. 经过皮毛、组织、骨骼、骨髓，把全身的病气、浊气、疲劳之气，通通的带出体外，穿过脚心。嗯。А и вот энергия, которая вас наполняет, она выталкивает плохую, застоявшуюся, старую, больную ци, которая выходит сквозь поры вашего тела и через ваши стопы. Она отправляется в землю. И превращается просто в удобрение. Вот мы собрали уже достаточно энергии. Сил и энергии становится больше, больная ци уходит из вашего тела. Используйте силу вашего сознания. Свет вокруг меня, свет внутри меня, свет проходит сквозь меня. Происходит объединение неба и человека. Представьте, как ваше тело превращается в свет. Ноги и руки ваши светятся. Все наполняется светом.
Thank you.
А сейчас внимание, вы возвращаетесь, облако опускается вниз, ниже, ниже. Уходит вся усталость, все недомогание. Тело здоровое. Итак, ваша вся собранная вами энергия, свет, она концентрируется в нижнем дантяне, стягивается в нижний дантянь. Так, ваше облако опускается все ниже и ниже. Мимо других облаков. Опускается все ниже и ниже. Достигает крыши нашего здания. Проходит сквозь потолок. И мягко-мягко опускается на пол. Почувствуйте свое тело, то место, где вы сидите, комнату. Потихоньку собираем энергию. Собирайте энергию потихоньку. Открываем глаза. Вдохните и выдохните три раза. Сделайте три глубоких вдоха. А сейчас упражнение шогун, прохлопывание. Растирайте руки.
Умываем лицо. Расчесываем волосы, голову. Прохлопываем голову. Растирайте уши. Растираем точку даджой. А бессмертный журавль пьет воду. Теперь полоскайте рот 30, и стучите зубами 36 раз. И еще полоскайте рот 36 раз. А теперь проглотите слюну и представьте, как она опускается в нижний дантянь.
观想命门和两肾闸门打开，宇宙间的真气能量进入两肾和命门。А теперь будем делать упражнение как пополнение изначальной энергии. То есть представьте, как точка Минмен открывается. Представьте свои почки, и энергия космоса, изначальная энергия, входит в нее. Представьте, как теплая энергия, изначальная энергия входит в Минмен, как она наполняет ваши почки. Они нагреваются, становятся теплыми. А теперь встаньте в пары и прохлопайте друг другу спины. Преобразование энергии это мы делаем в области нижнего дантяня, а преобразование духа, Яншен, мы делаем в области верхнего дантяня. То есть мы собираем энергию в нижнем дантяне, это упражнение Янчи, а когда собираем энергию в верхнем дантяне, мы формируем свое духовное тело. Способ Яншен, то есть пестование духа, а воспитание духа очень прост. Положение вашего тела может быть любым. Можно сидеть, лежать, стоять. Ваши глаза должны быть закрыты, и внимание находиться и сознание в области верхнего дантяня. То есть если провести горизонтальную и вертикальную линию вдоль черепа человека, то как бы эта точка уходит, ее проекция получается ровно посередине, как бы головы находится. Тяошенма. Это переводится как Иван Гун. Это место называется хранилищем духа, а нижний дантянь называется местом хранения энергии. То есть когда мы занимаемся с верхним дантянем, мы собираем энергию света в верхний дантянь. То есть свет есть дух, а дух есть свет. Где находится верхний дантянь? То есть он как раз
располагается в месте нахождения шишковидной железы и гипофиза. То есть это такой небольшой шарик в голове. То есть, занимаясь с верхним дантянем, вы можете развить, простимулировать работу шишковидной железы и также развить свои скрытые способности. Это место хранилища духа. 所以平时我们训练的时候呢，虽然没有把这些后面要讲课程的内容完全的告诉你，但是我们却告诉你，你一定要注意这哪些地方的修炼。 То есть я не могу вам рассказать всех секретов, но я дал вам основные упражнения, то есть вы знаете, как тренироваться с верхним дантянем. 方法是很简单，比氧气法还简单。Способ выполнения упражнения достаточно прост, еще проще, чем преобразование ци. 但是它的作用却很强大。 Но эффект от нее гораздо сильнее. 一般情况下，训练大周天训练和养神宝训练时间仍然是一比二。Значит, как выполнять большой небесный круг и пестование духа, то есть пропорция должна быть 2:1. 大周天训练1小时，那么你养神2小时。 Большой небесный круг 1 час, а пестование духа 2 часа. 刚才我们进行了大周天的洗练，那么养神法呢？我们没有时间再去进行洗练。Только что я вам рассказывал, сколько нужно практиковать большой небесный круг, а вот, например, в ограничении упражнения пестования духа ограничений временных нет. 明天呢，我们要复习二部功。 Завтра мы будем повторять упражнение 2-й ступени. 那么今天我们这个三步功，还有入定训练，防守功、治病的手法，这3种手法都没有讲，都没有复习。我们在明天看，时间够的话，我们明天顺便也复习一下。 Учитель надеется, что времени завтра хватит, и те упражнения, которые сегодня не повторили, упражнения 3-й ступени, он обязательно с вами повторит их завтра.